Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня хочу приготовить капусту цветную в кляре. Возможно, вы, конечно, уже делали. Все делают по-разному. Покажу вам сегодня, как делаю это я. Для начала моем капусту. Вынимаем из нее кочерыжку. И разделяем нашу капустку на соцветия. Лучше, чтобы они такие были не слишком большие, не слишком маленькие, чтобы хорошо прожарились и в то же время не развалились в крошки. Итак, мы все разделяем и складываем в отдельную тарелочку. Для начала капусту нужно отварить в подсоленой воде. Варю я капустку примерно минут 5. Которые совсем помельче, то их 3 минутки можно пораньше вынуть. Покрупнее можно оставить даже чуть более 5 минут. 5 минут – это среднее. Потом в отдельную мисочку разбиваем 3 яйца. Добавляем туда соль, черный перчик, прованские травы. И куркуму. Ну, куркуму я добавляла, если честно, первый раз. Получилась какая-то слишком темно-желтая капуста, почти коричневая. Не знаю. Наверное, в следующий раз я буду делать без нее. Также муку. Добавляю все хорошенечко, перемешиваю. Делаю все на глаз. В это время у нас капустка остывает. Вот такой консистенции. Все, значит, на сковородку выливаем растительное масло. Вот так вот, видите, складываем капустку в эту емкость с нашей жидкостью и прямо ложкой выкладываем на сковороду. Вот такая красота у нас получилась. Возможно, слишком темный цвет, не такой золотистый, это из-за куркумы, но вкус очень нежный, вкусный. Обязательно приготовьте.